сыр мягенький, нежненький. А я вон не оставай просто. Я уже буду нормально доделать. Что? Привет всем! Привет! А у нас сегодня влог? Да! Причем в очень крутом месте. Очень крутом, очень красивом. Посмотрите, какая красота! Вы посмотрите, а? Как прекрасна наша страна! Сегодня что-то приготовим вкусненькое, да. И обязательно все здесь посмотрим. Да-да-да! О, огонечек уже разгорается. Эмочка, тебе там не жарко, не печет? Нет. Нет? Наш новый мангальчик первый раз пробуем, да? Первое использование нового мангала, да? Первый запуск. Что ты сегодня будешь готовить? А ну расскажи. Вкусненького, чего такого? Просто бутерброды. Все. Все, просто бутерброды. Да нет, это скучно. Сыр. О, сыр. Халуми с сыром. Халуми — это тот сыр, который можно жарить на огне. Да. Круто. Круто, ребята. А вы жарили сыр на огне, на гриле, а? Пробовали? Ну, вот сегодня Тима пожарит и нам все вам расскажет и покажет. А нам даст попробовать. Для наших сэндвичей нам надо хлеб. Логично. И мама любит вот такой вот черный зерновой. Я с папой люблю белый. Белый батон. Да. Их надо будет поджарить на костре. Да, чтобы они были хрустящими. И вкусными. И вкусными. Что еще? Нам надо помидоры. Помидорки черри? Да. Ага, они сейчас самые вкусные. Угу. Салат латук. Да, салатик, витаминки нам нужны. И главный и секретный ингредиент — сыр халуми. Да, вот этот главный ингредиент сегодня — это не обычный сыр, это сыр специальный, который можно, да, написано, для жарки, да? Угу. Его можно жарить на открытом огне, на гриле. Да. И он не растекается, он очень крутой, сегодня все увидите. Ну, давай, мы же таким куском не будем жарить, да? Конечно же таким. А каким ты еще хотела? Нет, таким мы не будем жарить. Давай, будем резать его на кусочки. На кусочки. Так, сначала его надо открыть. О! Где-то толщиной 1-1,5 сантиметра. Да. Вот он. Вот он вкусненький. Режим. Нарезаем. Вот так вот он выглядит в нежаренном виде, но в жареном будет выглядеть круче. О, Тимка нарезал сыр. Готово. Хлебчик. Все. Теперь все это нужно поджарить. Открываем. Как там у нас? Жара достаточно? О, да, достаточно, поверь. О, выкладываем. Сыр, не забываем. И сыр, ты мой хлебчик положи. А тут... Аккуратно. Правильно, еле дотронулся. Ты мой хлебчик не забудь положить, а то свой ты положила, я. Я тоже люблю. Не забуду, не бойся. О, вот раз, обо мне не забыли. И ну, два, можно два. Было один пока положить. Все, ждем. Ого, какой тут жар. Смотри, горит моментально. О, там халуми уже. Халуми уже хрустящий. Полили. Нет, ну он, нет, не сожгли, кстати. Он хрустящий, успели, папа успел вовремя. А вот белый хлебчик, ой, хлебчик сожгли. Тима, давай новый белый хлебчик. Вот. Вот это жара у вас тут сегодня. Ничего себе. Без помощи папы никак, да? Да. Чуть-чуть. Так буквально прошло 20 секунд. Да, вообще. Ну, вообще, моментально. А ну, мы жар подняли. Все, уже, ну ничего себе. А наш хотя бы.
Ого, ну вот это да, вот это сегодня жара. Первая порция халуми готова. Еще хлеба, еще сыра. Это будет вкусно. О, смотри, ну моментально, а? На глазах. Вот, это, вот чтоб так дома, а? Надо дома стать. Смотри. И макароны приготовились. Уже готово. Считанные секунды. Андрей, смотри, халуми там тоже уже поджарился. Да. Халуми поджарился, смотри. Вот этот халуми, вот мне видно, он уже тоже поджарился. Кажется, смотри, ты тоже видел? Моментально просто. Секунды-две. Ого, какой сырок. Классно, да? Ему? Смотри, какой сыр, а? Супер! А пока папа перевернул сыр, уже готов хлеб. А сейчас пока папа снимет хлеб, уже будет готов сыр. Супер скоростное приготовление. Супер мега скоростное приготовление. Это да, я не знаю, а чего это? Чего это такой сильный жар сегодня? Ветер. А, это ветер, да? Да. Тут мы сегодня не в лесу, мы сегодня в скалах, да? На речке. Да, вот тут река, ребята, вы видите, как тут красиво. Тут птицы поют. Мы видели, какую птицу сегодня видели? Удода. Удод, да, мы видели птицу удод. Я не успела, пока схватила камеру, она улетела, но мы еще ее поищем, да? Да, ты от меня не спрячешься. И вот как красиво и прекрасно, да, поют птицы и шумит река. Эта река у нас Южный Буг. Ого. Ой, Эмма уже ест хлеб. Эмма, не горячо, нет? Тим, смотри, вот твой сэндвич уже все, уже без одного ингредиента, без хлеба. Эмма дождаться не может. Эмма любит хлеб. Делаем сэндвичи. Да. Я беру свой любимый хлебчик. Тима берет свой любимый хлебчик. Уже с халуми наверху. Уже с халуми? Нет, Тимчик, сначала не халуми. Да, сначала ложим листочек салата. Вкусненького. О, листочек вкусненького салата. Вот так вот. Сверху на него ложим кусочек вкусненького халуми. Ой, он такой мягенький. А еще сверху на халуми ложим помидорку. Вот так вот. Одну половиночку и вторую. А? Какой у меня бутер получился? Сэндвич, а? Тима, у тебя какой? Так. Помидор. Тим, ну ты что-то салата явно себе сэкономил. Ребята, вы смотрите и голосуйте, чей сэндвич будет круче. Я еще помидорку не доставила. Ну, Тима приехал сыр есть, а не салат. Да? Так, ну, по-моему, аппетитнее выглядит и круче. Эмма, тебе какой больше нравится сэндвич? Вот так. Этот. Красивый. Давай ребятам пока. Он уже бегом есть. Ребята, а ну голосуйте, какой вам больше нравится сэндвич, мамон или тимон? Эмма! Голосуйте, мамон или тимон? Какой круче? На, Тимчик. Тима уже пробует. Эмма тоже будет? Ага. Делать тебе тоже такой же? Дегустация. И... А вот больше, чем ваш. Это очень вкусно. Очень вкусно? Угу. Так, а сейчас мы Эмочке делаем. Так, Эмочке тоже ложить сыр халуми? Угу. Сыр ложим и две помидорки. Так, держи. Красота. И я пробую. Ребята, пробуйте, путешествуйте с нами, отдыхайте с нами. Пробуйте наши рецепты. Это быстро, это очень вкусно. Пробуем? Угу. Давай. Сыр мягенький, нежненький. Я просто не оставай. Кушаем и идем смотреть, что это за интересное место. Угу. Я уже с мокрыми ногами. Идем дальше. Приключения только начинаются.
Я вам обещаю, ребята, только начинается. Ну, сейчас все мокро, сейчас мы не пройдем. Никаким образом. Никак. Теперь мы заблудимся туда. Да, всегда.